Вы можете задавать вопросы, потому что мы делали... Неделька, две прошло? Сколько? Две. Две недельки прошло у нас. Мы делали жесты, мы делали глазки. То есть вы можете спросить впечатление, ощущение, шелушение, период реабилитации и все, что вот вы хотите, вы можете спрашивать. На какой день вы шелушите? На третий. А вы крупные шелушения? Нет, совсем мелкая, на подбородке, а в принципе по всему лицу достаточно практически не было такого сильного шелушения. Вы видите, подбородок более тут чувствителен, да, тут было постакне проблемы, как бы небольшие. Поэтому здесь шелушение как бы наблюдалось побольше. А в течение какого времени было шелушение? Ну, дня два, наверное. Но оно не настолько было сильное, поэтому какого-то дискомфорта не стало. Это не заставило вас сидеть дома? Нет, абсолютно. А почему вот выбран был джестер? А знаете, здесь не так... Здесь можно было СРТ, я понимаю. Можно было СРТ, но мне как-то... Это в остатке, поэтому... Вот на шее это тоже, да? Вот, да, просто да. На экране более выражено, как очень так это... Ну вот я не видела две недели, получается. Вот общее впечатление, оно, знаете, более свежее, оно более светлое, оно более ухоженное, нет вот этого сероватого оттенка. Не могу сказать, что поры стали прям вот меньше за один раз. Это не тот пилинг, это просто Джесснер, это не Джесснер ТСА, да. Но, как я уже сказала, я такой, в общем-то, консерватор. Лучше мы сделаем несколько.